Чуть не сбили 3-летнего мальчика. В рубрику «Нам прислали» обратилась телезрительница. Ее малыша чуть не сбил велосипедист. Об этом женщина пишет в письме и через нас напоминает, что на проспекте Октября есть велодорожка и нельзя ездить рядом с детской спортивной площадкой. На аллею иногда выбегают малыши. Пожалуйста, ездите медленнее. Смотрите по сторонам, потому что дети маленькие, они могут за одну секунду поменять направление своего движения. То есть бежали налево, могут тут же развернуться, побежать направо, если что-то увидят. И вы даже не успеете среагировать. Но давайте все будем гулять, чтобы всем было хорошо и весело, а не так, чтобы мамочки держали своих маленьких детей за руку, боясь там их на 2 шага отпустить. Это не единичный случай просто. Я знаю детей, которых сбивали велосипедом. Екатерина Кондратьева претендует на гонорар. Вы тоже можете получить вознаграждение. Присылайте актуальные информационные поводы, эксклюзивные фото и видеоматериалы на электронный адрес stvinfo@bk.ru. Ежемесячно победители получают от 500 до 1500 рублей в зависимости от номинации. Не забудьте указывать номер телефона для связи.